Открыл баночку для того, чтобы пить. Пять раз показался? Мама, она отпилась, она выпила в щеку. Нет, а где вот это? Я не знаю, где. Я вышел с сумкой, начинал сумки есть. А у меня мальчики не кидают? Ой, мало, да. А мне хочется. Не прыгнуть. Там собачка. Давай. Подожди, так это не то? Нет, не дашь? Ну, ладно. Алло. Здрасте, друг. Смешная лиса. Ну, обычно в конце, наверное, санаторий идут всегда. Ну, у меня филин не очень знаком. У меня тоже. Как дела? Да, тоже хорошо. Лучше вот эту сторону не показывать. Да, давайте, давайте. А, потому что ему сработает. Ну, хорошо, хорошо. Давайте так. Да, 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 да. Спасибо вам большое. Ага, хорошо, хорошо. Спасибо. Слушай, мы уже съели полбанальчика, таких у нас есть, так что все у нас будет все в порядке. Кто-то бананчики ест, а елка сидит со стаканчиком, да? Лиса, лиса. А ее можно погладить? Или а, лучше, он... если... лучше не стоит. Лучше, если ты дашь вкусняшку, а потом погладишь. А, ну... Так, например, банан. Банан. Привет. Жарко всем. Дашь ему комменту? Какую? Лиса, привет, Лиса. То есть, когда он тебя увидит, покажи ему вкусняшку, дай ему команду сидеть. А, хорошо, хорошо. Лута. Сейчас он кусочки доест. Да, важные дела у него. Да. Плутон или Плута? Плута. Плута. Так, Плута. Показывать. Все. Плута. 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 Не-не-не, он... Так, он ушел. Плута. Плута. Давай. Смотри, сидеть. Сидеть. Плута. Подожди, он не видит. Давай. Сидеть. Молодец. Есть. Держи. Ты такой умный. Ничего нет. А теперь, знаешь, что сделаем? Вот так вот выстави вперед ручку тоже, угу. Когда он увидит, и скажи ему «дай пять». Ага. Только когда так, а у меня же рука занята, то есть ему сначала дать еду? А, ты, нет, ты можешь дать, то есть ты можешь просто выставить руку, угу. А я дам. А, ну он, ему интересно все остальное. Да. Смотри, ну-ка, дай пять, дай. Чуть ближе. Нет. Он знает, что надо. Ой, так, он... Ну, почти. Дай пять. Все. Классно. Далеко просто было. Не, вообще классно. Лисички воспитаны, это вообще здорово. Он воспитан. Да. А. Сколько ему лет? 3 года. Ну, все, у меня больше ничего вкусного нет. Есть сова в углу. Ценный ресурс. Ёлку, да. Я могу его подержать, если надо. Чтобы он... Только если будут тебя как-то приставать, береги вот эти вот части. То есть хорошо, не показывай, лучше. Хорошо. Я просто пускать не буду. А он не опрокинет стаканчик? Да нет, должен. Давай иди сюда, собачка. Собачка. Давай, лезь. Старайся за поводок, чтобы не идти. А, хорошо. Он сейчас твой партнер. Партнер нашел грушу. Молодец. А ты бы... Ой, он нашел себе нору. Все, садись там. Давай, сиди. Да-да-да-да-да. Ты сейчас мой. Иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Можно попробовать забрать у нее стакан. Да нет. Нет. У вас там рядом с храмом уже все.
Она девочка. А, плут мальчик. Ты что там нашел? Так хочется поправить тебе поводочек. Мы на самом деле сейчас просто поменялись животными. Мне нравится. Лисики. Стой. Последнее хотят отнять. Что-то вкусненькое. Чей-то обед был. Столько всяких интересных штук. Особенно, если это что-то запрещенное, если это конфетки. Конфетки? Конфетки на столе. Давай туда не пойдем. Туда нельзя. Стой, запутаешься. Давай в другую сторону. Так. Ну, она спокойно, она на собак вот реагирует не очень, а лисичка, видимо, ее нормально как-то. Так. Держи. Алло, да, привет. Классно, он так это хорошо себя чувствует. Ему все. Очень хорошо. Я думаю, мы не сможем приехать. У него крупное зажигание, видимо, включилось. Он из Екатеринбурга. И в самолете он более-менее нормально прилетел, более-менее пережил ночь. А потом так, хоп, день. И я только выглядываю за угла, он только меня видит. Он устраивает такой дикий визг, что я просто я не могу к нему подойти. У меня прямо душу закладывает очень сильно. Я думал, что все капец, мы не сможем. Ну, вроде он ничего. Ну да, ничего. А мы тоже вчера из деревни приехали только, то есть и прям снова опять. Ёль, давай я рядом сяду, что там тоже вода. А? Так, не надо. Я понимаю, что тебе интересно. Что тут? Не надо. Да я, чтобы она видела, что я его трогаю. Да. Юль. А чай есть? Ой, я попробую, но не так, что тебе первый раз получится. Если найдешь вот это все, то уже по-другому. Так эффекта будет больше. А это на WhatsApp? Вот прям вот это. Ну ладно, ну да, я снял. Бананчик. Да, я там обрежусь. Вот так. Команду один раз. Сидеть. И так красиво. Ой, так. Стоп. Нет, да? Да, спасибо. Да, очень приятно. То есть он подождал. Одну секунду, он молодец. Он молодец вообще. Не научи без номера. Так я тебе говорю, давай. Он даже есть не стал. Бросил? А зачем? Ну, главное, что забрал, да? Мне нужна камера. Все, закопал. Молодец. Все видят. Еще раз, как Кстати, удивительно, у нее реакция на него как на котика, то есть не как на собаку. Вкусная птичка. Вот да, ставит елки.
Лисенька. Ты хочешь птичку? Эта птичка может сделать кусь, и хватит. Лучше близко так это... В рюкзак. Да. Сложить его в рюкзак. Так она вкусно пахнет мышками. Да? Я тоже пахну мышками. Все, все, все. Я его держу. Так, а если с другой стороны зайти? А там рюкзак надо защищать. Не, нет, вот, вот эту она уже может его достать, так что смотри. Вот, все, не лезь, не лезь, не лезь. Нет, нет, нет. Я что-то влюбилась в сову, влюбилась просто. Ну, можете подойти там к ней, она не агрессивная. Не... Да, сейчас, давайте. И ты какая красавица. Нет, руками не надо, она руки не очень любит. Так, я сейчас вам сделаю, чтобы вот так сова была больше вас. Хорошая. Она там ни глаз, ни клюнет. Нет, нет, она дружелюбная. Но не, просто не любит, когда руками трогают. Вот. А, и лисичка. Сейчас я вас даже втроем. А, нет, не успела. Держите. Спасибо. А вы к нему подходите или. А он не кусается, нет? Он кусается, да? Да. Нет, я не буду. Давай. Да. Ой. Алисенька ко мне. Так. Ну все, мы не будем их искушать. Ой. Только не набросите, нет? Нет, она, нет. На сову нет? Не тянется? Ну мы смотрим. Да? То есть они ограничены же длиной своих поводков, да. Спасибо, ну все. Очень, сова большая. Пошла общаться, красавица. Да? Ёль. Красавица. Ты куда-то в просмотр. Как его зовут?